День народного единства в Нарьян-Маре отметили праздничным концертом «Душой и сердцем мы едины». В этот день со сцены Дворца культуры «Арктика» звучали поздравления на различных языках мира от представителей народов и национальностей, проживающих в Ненецком округе. Всего их насчитывается свыше 70. Самые многочисленные из них – русские, ненцы, коми, украинцы, белорусы, татары и азербайджанцы. Великая страна является домом для представителей свыше 190 национальностей. 75 из них представлены на территории нашего региона. У нас на территории региона действуют объединения, национальные объединения, некоммерческие организации. Я очень много, очень сильно им благодарен. В этом году у нас стало немного больше. У нас появилось еще дополнительно два объединения. Это объединения, которые будут представлять нам культуру русских и чувашей. Это замечательно. Потому что любые проблемы, любые недопонимания возникают там, где мы просто мало друг друга знаем. И эти люди, которые каждый день своей работой, своим трудом, своими проектами рассказывают нам о культуре, о жизни разных национальностей, на самом деле делают нас ближе, помогают нам понимать друг друга. Я всех искренне поздравляю с этим праздником. Праздник действительно очень важный и очень такой ментально отвечающий нашему русскому духу. Представители землячеств и народов, проживающих в регионе, в национальных костюмах вышли на сцену, чтобы поприветствовать гостей праздничного вечера на государственном и родных языках. В этот день хочется пожелать силы духа, единства наций, свободы, независимости и уверенности в завтрашнем дне. И особенно хочется пожелать, чтобы над нами всегда было мирное небо, и никто и никогда не видел больше войны. Віншую усіх со святым днем народного единства. Хочется пожелать усім пам'ятать про свои корені и истории, гонориться подвигами предков и вековыми традициями, каб наши человечьи якости заусёды были высокими и наполненными годности, каб померкуўнасць, толерантность, взаимоповага и поддержка были основой дружелюбного и мирного сужиття усіх народов и народностей, які проживають побач. От лица чеченского народа я поздравляю всех с этим праздником, мощным праздником, сильным праздником, Днем народного единства. Пусть крепкой и устойчивой будет связь нашего народа. Пусть каждый день для наших людей будет счастливым, мирным, ясным и радостным. С праздником вас! День народного единства стал двойным праздником для одной из окружных семей. Светлана и Владимир Чупровы из деревни Чижа в этот день были удостоены медалью ордена «Родительская слава». Всю свою жизнь супруги полностью посвятили воспитанию детей. Большая и дружная семья Чупровых является хранительницей семейных традиций. Среди односельчан пользуются заслуженным уважением и авторитетом. И сегодня вам, Владимир Федосеевич и Светлана Ивановна, вручается высокая награда указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Медаль ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении семьи и воспитании детей. Праздничный вечер сопровождался выступлением творческих коллективов Дворца культуры «Арктика». Мероприятия, посвященные Дню народного единства, прошли во всех муниципалитетах округа. Ирина Никешина, Антон Водряков, телеканал «Север».